А, во, все пошло на. Все, стрелять. Набор делать будем. Набор делать будешь. Угу. Надо, чтобы Миша зашел. А Миша зачем пока что? Так, стрим пошел. Чего ты говорил, Данил? А чем Миша зачем? Зачем? Ну, ждать его потом? Тоже руководитель. А, ты тоже руководитель? Ты меня делал, ты уже забыл. Блин, я хз, честно. Ну и все похер, типа, кто руководитель. Главное, чтобы не поугоняли всех. Типа, вот этого драга, там есть драга, челик. Его не надо выгонять. Угу. И, а, ну все, типа, вот иду, да. И вот мы сейчас. Но нас ты выгнать не Привет, Димаш. Я не молчу. Я говорю. Алло. Угу. Что там запустил? Стрим попу не дало. В смысле, зачем стрим? Да просто. Да-да, просто так. Не Че вы где там? Я на базе. Сейчас я зайду. А этот, а... Миша, ты же в России живешь, да? Да. А чё? Да, этот... Да, хотел спросить, а потом понял то, что он передается. Чё передается? Ну, типа, с Киви на другой город. Чё? Чё? Херня. Ну, типа, ты перекидываешь на челу с Киви с другого города, но с одного и на другой. И чё, можно так? Ну, вот. Какой скин? Киви. А-а-а. Да. Нет, ты чё, хочешь мне на базу, что ли, скинуть? Ну, на куда там тебе скидывать насчет базы, базы, да. А, давай сейчас, короче, давай ссылку стрима. Не-не-не, ссылку стрима? Да, там задонишь. Туда и задонишь. Я потом сниму. Мне потом что? Снять можно. Чего? Ну, сейчас, короче, это... Я тебе даю я ссылку. Хочу как... Я хочу через банкомат. У меня телефона сейчас нету, поэтому там же подтверждение нужно. Я хочу, типа, с банкомата у себя в городе. Вот. Вот так я хочу.
Через банкомат. Ну вот, я что поэтому спрашивал. Через, ну, за донат, и это, конечно, я знаю, то, что можно вот с другой стороны. Mm-hmm. Я вот, типа, через банкомат. Через банкомат, можно. Ну, я потом поинтересуюсь. Смотря на киви только. Да, на киви можно. На киви можно. Ну... Бля. Окей. Я тебе киви скину потом. А ты когда кинешь? Чё? Когда кинешь мне? На киви. На ближайшие дни. Окей. Ну, типа, школа пойдет там. И по-любому. А у твоей мамы есть карточка? Mm-mm. Ну, есть, но мы ей не пользуемся. А ты можешь себе на карту скинуть и потом мне кинуть на карту? Потому что я киви уже не пользую. Или там можно перевести? Сейчас я гляну. Чё у нас ремонт? Чё? Врач. А почему 13+? А сколько? 12+. Да пофиг. Тебе же 12. Да. А, офигенно. Почему 12? Спалился? Не, 11. Чик, а, тем более. А, ещё меньше. Да. Всё, кик из клана. Всё. Спалился? Поделился. Так. Переводы на карту. Ладно, по-другому. Окей, ты мне просто кидаешь на киви и все, да? Ну да, с банкомата, вот. Ну я понял. Там просто типа пишешь мой номер телефона. Ну и... да. Там еще можно текст писать. Ну да. Давай, не кажусь. Ну что там у нас, как там в базе? Я 2 дня не выходил. По палаткам, а, для Гаусса у нас Дудулка там собрал, вторую часть для Гаусса собрал. Ну. И еще знаете. А что за автобусы? Ой, я пригнал. В смысле автобус из ТП? Это на скрине ты смотрел, да? Нет, на базе автобус, я такой же, как на скрине был, я его прогнал. А, да. Я понял. Ну, я не знаю, автобус я считаю бесполезным. Это чтобы много людей перевозить, да, и смысл. Это автобус, это... Девинт. Да, это редкое ТС. А где верт? Ред. В смысле, какой верт? Большой такой, да? Маленький. Маленький. А, маленький этот... А они с Дудулкой разбили. Ебанутый в крови. Дудулька его утопил. Синенький такой, да? Да. Вот, да, это я его прогнал. А, типа, захожу, где вертик, мне Дудулка говорит, типа, это мы его там с ним что-то делали, там до него. Да, мы приземлились, короче, на краю возле воды его поставили, а, он упал. Это твоя тачка? Да? Да. Погнали. Да. Всё, погоди. Надо кататься. Да что ты? Поводырь. Погнали. Что здесь будете сейчас делать? Я кататься. А, вы кататься. А сегодня покатаюсь даже. Ой, так скучно. А кто меня смотрит, напишите, пожалуйста. Чё? Ну кто меня на стриме смотрит? Ага. 2 онлайна, я знаменит.
ты в каком городе? В Новороссийске. Это Россия. Да-да-да. Это море. Не республика, не какая-то рашка, да? Ну так. Ну, типа России, да? Ну, да, если России, то да, можно. Что это такое? Собрано? Отойди, я соберу. Собирай на базу программы. У нас база переполнена. Сейчас ивент сделаем, ты шо? Угу, на две тачки, да? Да. А я свою не отдам. А, она стоит столько. 125. Ой. Бомжалского. У меня 7 лям. Ой, 6,23 лям. У меня 3 ляма. Аллах, бомж. А. Давай. Не проехал. Давай, короче, пиши там в ЛС группу. Типа ивент. Не, я не умею писать. Да ты просто скрин сделай и фотку, типа ивент. Не, ты сделай. Я не хочу. С охраной делай. Да ладно. Чем вы на военку? Смысл вы на военке делаете? На какой военке? Мы на военке. Сейчас погоди, встанем. Сейчас погоди, нормально, встанем. Да блин, дай я четко. Стой. Я четко сейчас поставлю, дай. Да, я нормально. Во, да. Я так и хотел. Тупо четкий контент, да? Возле тачи. Сейчас погоди, дай сяду. Рожай быстрей. Все. Ожидайте. Кто у меня там смотрит? А. У меня еще идет. Че такие челики подкатят какие-нибудь? Да пусть. Все. Ожидайте. А зачем тебе пацан модером делаешь? Я просто так модератором не делаю. Скинешь 10 рублей, да, модера. Так, блядь. Это если что, я написал тебе. А, ну и что? 10 рублей. Да ладно, я правда. Бля, на жизнь, косарь нужен. А мне его нету. Поглянь, за 10 рублей, нифига себе. Дорого, да. Да. Так, вот так. Вот так. Скриншот. Вот это. Вот. Шире, шире. Шире. ЛС. Так, где у нас это ЛС? Ну, короче, ЛС. Два. Все, опубликовать. Напиши ивент в группе. Сейчас напишу. Все, Мишаня пошел крестить. Тоже пошел. Крещачество. Так, ну. Так, тут и плохое место. Сейчас киллы наварю. Найс. Если кто-нибудь вообще в инвент придет. Да приеду. По две тачки. Так что как минимум два челика приеду, да? Блин, сейчас бы палатка не помешала. У тебя стрим лагает. У тебя стрим лагает немножко. Нет. Я смотрю сейчас стрим с телефона. А, ну окей. Он это... Ну как сказать? Он не лагает, он запоздняется. Задержит. Чутка. Я как понимаю, здесь палатка палится сильно, да? Сейчас скажу квадрат. Че.
Ч4. Ч24. А, 2. А, 24. Через плечо. Всё. Стрим лагает. Ну что, сейчас челики, походу, скоро придут. Да, срать. Сподку поставлю, мне фигде найдут. Большие, ладно. А, потом. А ты написал то, что охрана? Да. Ай, блин. Уже приперлись. Откуда ты? Я не знаю. Ну, ты стой там, сиди. Тачки, я уже это того. Ты что, ждох уже? Да. Сразу после тебя. Ну ладно.